Итак, всем привет, это Ghost of Tsushima, и у нас было пару выпусков совсем без комментариев, но там был сюжет, что там комментировать, я все так смонтировал, что персонажи сами все рассказали. А сейчас я хочу взять задание о броне Госоку, то есть это еще одна легендарная там, ну, еще одна легенда, так скажем, и, соответственно, легендарная броня, которую хочу раздобыть. Госоку? Расскажи мне о нем. С радостью, господин. 2,5 века назад вся Цусима трепетала перед разбойниками Красной Руки из Акасимы. Но однажды крестьянин по имени Госоку услышал зов духа убитого самурая. Он нашел тело, облаченное в сверкающие доспехи. Их красота пленила Госоку, и крестьянин забрал доспехи себе. Вскоре Красная Рука протянулась и к дому Госоку, зная, что крестьяне потеряют все, если никто не даст отпор разбойникам. Госоку облачился в доспехи самурая. Дрожащий от страха рукой, он выхватил меч и приготовился встретить гибель. Однако удары врагов не могли пробить чудесные доспехи, и Госоку выстоял. Потрясенные разбойники бросились прочь, не чуя под собой ног. Удивительное чувство покоя объяло тело и разум Госоку. Этот дух самурая в награду за мужество решил помочь ему, направляя его меч. Вскоре последний из разбойников Красной Руки пал, и больше они в этих краях не появлялись. Годы прошли, Госоку умер, и крестьяне, стремясь сохранить чудесные доспехи, спрятали их. В каждой семье хранится по одному ключу от тайника. Ныне ужас вновь объял наш остров. Крестьяне Цусимы говорят, что высоко на горе видели Госоку. Он ищет воина, который храбро встанет на нашу защиту. Доспехи под замком. И теперь монголы их разыскивают. Нападают на крестьянские дома и ищут там ключи. В каких домах эти ключи? Аой, Иидзима, Кута, Касимидзу, Охама и Ягата. Если найдете ключи, знайте, доспехи спрятаны на вершине холма в Акасиме. Монголы никогда их не получат. В этом я не сомневаюсь, господин. Сейчас я это говорю при монтаже. Это действительно нужно посетить 6 деревень. В 6 деревнях будет довольно-таки большое количество монголов. В принципе, сюжета никакого особенного. Приходишь, зачищаешь, спасаешь жителей. Я очень коротко смонтирую, потому что если я буду показывать 6 деревень, это займет, ну, 1:20 где-то как минимум. Просто как я ползаю по деревням, врезаю там монголов, чтобы они не согрелись на жителей и, естественно, их не убивали. Так что именно поэтому я смонтирую все коротко. Ой! Арбо! Все будет хорошо. Вы достойный преемник Госоку. В знак благодарности примите ключ к его доспехам. Они помогут мне защитить Цусиму.
Мы уже думали, не видать нам больше нашего дома. Ключ к доспехам Госоку у монголов? Нет. Возьмите его. Если монголы придут снова, они ничего не получат. Тут очень важный квест для понимания отца. Из паучьих лилий можно приготовить яд, от которого крысы сходят с ума. Рвут друг друга на части. Жуткое зрелище. Это для благой цели. Сделай его сильным, чтобы действовал на людей. Если ты говоришь, что так надо, я точно знаю, где найти то, что нам нужно. Сюда. Я узнаю этот лес. Я бывал здесь в детстве. Да, после смерти матери. Я отказывался верить, что ее больше нет. Убежал из дома и попал сюда. Она любила подолгу здесь гулять. Я искал ее до заката. Я все кричал, звал ее, но она не отвечала. А я заблудился. Тебя не могли найти 3 дня. А когда нашли, ты был на грани смерти. Отец был в таком гневе. Он был зол на себя, потому что тебя не уберег. Я столько раз видела твоего отца перед сражениями, но он никогда не переживал так, как в те бессонные ночи, что провел в поисках единственного сына. Мы уже почти дошли до кладбища. Любопытно, что твой отец сказал бы о призраке. Он бы не одобрил, как и дядя. Зря ты так думаешь. Они часто спорили. Кадзумаса не раз говорил, что у твоего дяди костное мышление. Он не желает видеть возможности. У Кадзумасы было воображение. Воображение? У моего отца? Ты похож на него больше, чем думаешь. Она нам дает, так скажем, моральное подкрепление, что отец бы наш, может быть, наши действия одобрил. И для нас, мне кажется, это важнее, чем одобрение дяди. Ну, лично для меня, потому что я же прохожу. Тихо. Да как они смеют? Жди здесь. Меня ищете? Ты их прогнал? Да, можно спокойно искать паучьи лилии. А почему мы ищем их здесь? Ты разве их не здесь сажала? А, нет, не здесь. Давно это было. Они растут на другом кладбище, там, где семья твоей двоюродной бабушки. Это недалеко. Юрико, а помнишь, лет в 5 или 6 мне приснился кошмар про этот лес? Про битву. Это тебе не приснилось. Я тебе так сказала, чтобы успокоить. Так это было на самом деле? Я помню крики. Мы возвращались домой поздним вечером. Отряд ронинов устроил на нас засаду. Видно, ронины были опасны. Помню, самураи испугались. Не ронинов. Кадзумасу. Отца? Почему? Самураи прогнали ронинов. Но Кадзумасе было мало, он бросился в погоню. Их вопли тебя и напугали. Слышно было издалека. Он вернулся к нам на заре весь в крови. Даже его самураи подумали, что это идет лесной демон. Ты узнаешь это озеро? Мы здесь медитировали. Ты все время вертелся. Ты все говорила мне притвориться камнем, а я хотел купаться. С берега вид намного лучше. Пойдем, молодой господин. Моим старым косточкам нужно передохнуть.
теперь твой черед заставлять меня сидеть спокойно. С этим озером связано самое лучшее, что я помню. Как не пускала меня купаться? Мы гуляли здесь с твоей матушкой, когда она носила тебя во чреве. Нам пора идти. Вроде вырос, а так и не можешь усидеть на месте. Еще помедитируем, когда война кончится. Да, молодой господин. Тетушка Мацу разрыдалась бы, увидев это. Эти воины пали во время мятежа Ирикавы. Их память нужно чтить. Больше я не нашел. На яд этого хватит. Но я хотела бы еще побыть с тобой. Рядом кладбище клана Симура. Оттуда красивый вид на водопад. Идем же. Давай, Нобу! О, Кадзумаса, как же я люблю наши с тобой прогулки. Ты сказала Кадзумаса? Разве? Ты держишься в седле, как твой отец. Ты часто ездила с моим отцом? Господин Сакай научил меня ездить верхом. Стой, впереди монголы. Постой, давай я приготовлю новый яд. Как он действует? Кошмарно. Люди от него сходят с ума. Нападают друг на друга, будто звери. Хорошо, приготовь его. Быстрее. Ой, внуки к царда! Ой, внуки к царда! Дожо! 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 Тара Дуджвен! Киоса! Я думала, мы отвадили отсюда разбойников. Не разбойники, монголы. Ой, я отсюда не разглядела. После всего, что случилось, я беспокоюсь за кладбище клана Симура. Вы поедете туда со мной? Конечно, Юрико. Надо съездить. Ты устала, Юрико? Нет, господин Сакай. Я счастлива, как в день, когда мы ездили на озеро Оми. Что-то не помню. Это точно было со мной? О, это было так давно. Ты, наверное, забыл. Помнишь, молодой господин? Мы приходили сюда, чтобы почтить память воинов, а потом до вечера писали стихи. Я помню, Юрико. Давай сейчас напишем. Вода точит и камень. Умрут и владыки.
Хорошо сказано, господин. И гордецы не бессмертны. Падут даже величайшие из нас. Пора вернуться в Оми. Я еще побуду. Вижу, спорить нет смысла. Верно. Кое-что ты сегодня усвоил. Кадзумаса говорил, что Симура придавала тому замку чересчур большое значение. Это наша сильнейшая крепость. Он считает, что сила — это нечто большое, недвижимое, как гора. Так и есть. Сомнения и нерешительность погубили не одно войско. В разгар битвы истинный предводитель должен твердо стоять на ногах. Но посмотри на водопад. Твердый, недвижимый камень уступает воде. Сила, что нам необходима, уже окружает нас. Я бы хотела посетить еще одно место, господин. Когда будешь готов? А теперь возвращаемся к броне. Буду жить. Спасибо, господин. Иди. Все хорошо. Все будет хорошо. Вы нас спасли. Ключ к доспехам Госаку у монголов? Им нужен ключ. Да пропади он пропадом. Госаку — это просто сказка для детишек. Думаешь, доспехов не существует? Конечно, нет. Возьмите ключ и убедитесь сами. Это последний ключ. Доспехи должны быть на вершине холма в Акасиме. Ну что ж, все ключи собраны, я так понимаю, нам сюда. Пошла! Ой! Арбо! Одна!
Интересно, а монголы никакую лестницу использовать не могли? Этот паркур, конечно, знаете, здесь просто для галочки. Это все-таки не Принц Персия, где паркур является, ну или там, не знаю, Лара Крофт. Где паркур это прям очень важная составляющая. Здесь он типа есть, но так. Для галочки. Вот здесь в основном это боевка, естественно, боевка и сюжет. Боевка доставляет безумное количество удовольствия, особенно вот эта вариативность, возможность использования различных вещей. Вау, я цепанулся, все-таки класс. Это очень прикольно. Доспехи Госа. Что ж, скоро монголы с ними познакомятся. Прочные и удивительно легкие. Эти доспехи принадлежали Госаку, защитнику крестьян Цусимы. Красиво, блин. Увеличение запаса здоровья, увеличение урона ошеломления. При убийстве ошеломленного врага восполняется 10% от максимального здоровья. Ну то есть, увеличение запаса огромное, ошеломление большое. То есть, понимаете, они просто нас делают как бы толще, сильнее. Зараза. Но в принципе, это все равно доспехи самурая. Я просто говорю, что я хожу, ну я просто хожу на самом деле в облачении Ронина. Мне осталось прокачать последний как раз. Да, я могу прокачать, отлично, у меня все есть. Это, конечно, хорошая штука, и она в боевке, может быть, даже будет помогать. Но мне нравится именно вот так вот. Ну что ж, на этом сегодняшний выпуск предлагаю завершить. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.